Все-таки будут продолжаться, постепенно завершая или это отделение, или концерт отделения. Ну так отделение, так отделение, тогда покурим. Наше отделение покурит. Мы как в психбольнице. Вот, а потом мы опять соберемся и еще попоем. Песен громадное количество. У меня самый большой мой концерт был в городе Новосибирске, в Академгородке. Там было забавно, еще тогда кондуктор наездила, и она объявляла буквально следующее. Там, значит, когда автобус въезжает в Академгородок, идут институт ядерной физики и институт какой там еще физики, не помню. Вот, и она так: «Ядрена физика, ядрена математика». Все смеялись, но она была забавная, она читала свои стихи какие-то. Вот и все такое. Я оттуда для мамы привез несколько куплетиков, которые она собирает всю жизнь. У меня мама их собирает. Короткие стишки, она их любит. Вот это «Кури-кури, скотина, помри, что никотина». Да? Все, больше ничего не надо сказать. Вот она пилочкой от ногтей открутила табличку с одесского тира. Ходила ночью специально, как это вражеский лазутчик, и пилочкой для ногтей женской открутила эту вывеску, потому что ей понравилась надпись: «Заходи стрелять, товарищ, жалеешь, не зайдешь, все, что в тире простреляешь, не прокуришь, не пропьешь». Вот эти вещи собирает. «Кури-кури, скотина, помри, что никотина». А, когда с балкона дверь забываю закрыть, она: «Дверь закрой, болван, дурак, глупое создание. Умные двери закрой так, без напоминания». Вот. Бабушка тоже была замечательная, я вчера говорил, сегодня повторюсь, потому что вас не было на том концерте. Акулина, вот эта вот, которая моя бабушка, вот, про которую я говорю в песне «Гирюха», она: «Серега, женись за день до смерти и наживешься». Такой совет такой. Вот это. Я приехал в бороде с гитарой, красная рубашка, на ней бороду отпустила. О, мама ходит: «Ну что ты, ну вот как цыганцы, это борода у тебя, это рубашка красная, еще гитара у него, цыган какой-то, все». Бабушка расчесывается с таким гребнем, волос у нее до самого пола: «Ась, помолчи, с бородой щекотнее». Вот так, у нас такая семейка, все с шутками, прибаутками. Вот. Чего хотел спеть, забыл. А, подорожник. Подорожник, Алтайский край особенно этим славится, там подорожники вдоль всех дорог растут. Но оказалось, что он не такая же редкость. Оказывается, он есть вдоль любой дороги в любой стране. Такая вот такое растение, которое и о доме напомнит, и раны залечит, если надо. Посвящение Борису Вахнюку. Почему-то у меня сегодня Вахнюк присутствует так, не знаю. Я же не готовлюсь специально, вот что всплывает, то и вам рассказываю. По путям своих заблуждений вас. Вот, ну, так складывается. «Подорожник», посвящение Борису Вахнюку, еще в 87-м написанное. Тогда мы познакомились, в Тимиртау мы познакомились на каком-то фестивале, и с той поры просто дружили, общались, ну и так далее. «Подорожник». Закроем это отделение этой песен. Во мне есть чуть-чуть цыганской крови от прабабушки, от той самой, которая... Опа! Подорожник мой дружок, на чужбине отчине я встречаю твой листок на любой обочине. Как цыган я кочевал в далекие страны, ты мне рак врачевал, дом напоминал, да? Врачевал мне раны, и ты, да я, да мы с тобой в этой жизни сложенной, связанной одной судьбой, ленточкой дорожной, связанной одной судьбой, ленточкой дорожной. Опа! Оп-оп! Один кудрявый! Красивый, дай погадаем, э? За тебя налею бокал золотого барона.
ты мне дома напоминал, вдалеке от дома. Будь здоров, зеленый цвет, и горевать не надо. А денег нет и горя нет, а нам это отрада. А ты да я, да мы с тобой в этой жизни сложной, связаны одной судьбой, ленточкой дорожной. Связаны одной судьбой, ленточкой дорожной. Бьется птичкой в сети золото, заложник. Только мы всегда в пути, я и подорожник. Он седая голова, он мой друг, бродяга. Стали песнями слова, нотами бумага. Ты да я, да мы с тобой в этой жизни сложены, связаны одной судьбой, ленточкой дорожной.